Я вас приветствую, дорогие друзья, уважаемые трейдеры. Это снова Сергей. Сегодня у нас четверг, 10 августа. И сегодня мы с вами будем обсуждать валютную пару американский доллар и швейцарский франк. Во-первых, значит, в 15.30 были опубликованы данные по, значит, индексу цен производителей. Значит, прогноз был 0.1, актуальные данные минус 0.1, ниже прогноза. Конечно же, это окажет давление и уже оказало давление на американский доллар. И второй момент, о котором я хотел с вами, значит, о котором я хотел рассказать, значит, это взаимные угрозы США против Кореи, да, угрозы США против Кореи и наоборот, Корея против США. Конечно же, это, значит, поднимает, как бы увеличивает спрос на активы убежища, как швейцарский франк, еще какие у нас активы убежища. Конечно же, это японская иена и, конечно же, доллар. Золото. И вот мы сегодня будем обсуждать вот эту пару, американский доллар и швейцарский франк. Вы должны понимать, что технический анализ и фундаментальный, вы их должны, значит, совмещать. Вот у нас есть, например, вот на этом примере я хочу вам показать, как они взаимосвязаны. Вот у нас был импульс. Вот мы замечаем, у нас импульс. 160 пунктов. Это у нас импульс. После этого коррекция 60 до уровня 38,2. Вот затем вы заметили, вот здесь как будто бы начался новый импульс, но он опять же вернулся до уровня 38,2 протестировать его. И после этого, вот смотрите, как уже начинается новый импульс. Конечно же, это сигнал на продажу американского доллара, потому что швейцарский франк — актив убежища, во-первых. И, во-вторых, это экономические данные США, которые вышли ниже прогнозов. Конечно, мы будем продавать американский доллар в паре с швейцарским франком. И вот я уже это сделал. Значит, смотрите, я открыл сделку на продажу при пробитии уровня 23,6. 10 пунктов при пробитии вот этого уровня. Стоп-лосс я установил, значит, до уровня 50, ну, чуть выше получается, потому что наша коррекция первая, потом и вторая коррекция дошли только до уровня 38,2. Take profit я установил, значит, до уровня 61,8, второго Fibonacci, Fibonacci расширения. Вот у нас получается стоп-лосс, получается, выше уровня сопротивления, значит, тренда, примерно 20 пунктов. Это нормально. И take profit, конечно же, 52 пункта, 500 долларов. Если рынок пойдет вниз, значит, наш прогноз сработает. Мы заработаем 500 долларов. Вот это все на сегодня. Следите за новостями, не забывайте. Фундаментальный анализ очень важен для трейдера. И, конечно же, совмещайте их, технический и фундаментальный анализ, вместе. И тогда у вас все будет получаться.